Привет всем! Пришли мне сегодня извещения, сбегал я на почту и принес 4 посылочки. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас внутри. Итак, все посылочки на имя жены, мои где-то зависли. Но тоже скоро должны прийти. Итак, давайте посмотрим, что здесь. Я еще не знаю, не смотрел, не знаю, сколько шло. Только принес и решил сразу снять распаковочку. Вот эта вот посылочка оценена в 1 доллар. В 1 доллар весит 9 граммов, как написано. Что-то внутри мягенькое. Посылка не отслеживалась. Хоть она и не отслеживалась, но что-то стали извещения приносить даже на мелкие пакеты. Давайте посмотрим, что здесь, что здесь, что здесь. Больше ничего нету. Больше ничего нету. Вот такая вот пупырка. В пупырке два вот таких вот пакета. Что это, я затрудняюсь сказать. Что это, затрудняюсь сказать. Сейчас спросим у жены, она нам расскажет. Это, оказывается, тюбики для духов. То есть, есть разливные духи, продаются. Наливаешь вот такой вот тюбик, закрывается. Но мне кажется, мягкие не очень удобные. Я вот, допустим, использовал твердые, недавно брал, использовал твердые. В твердых удобнее, куда-нибудь закинул и все, и доволен. А здесь они мягкие. Во-первых, мягкие, во-вторых, без распылителя, я не знаю, вряд ли сюда можно налить духи, потому что не побрызгать ничего. Ну, может быть, я что-то не понимаю в духах, но вот такие вот пришли емкости. Говорят, что для духов. Давайте дальше приступим. Вот такая вот посылочка. Такая вот посылочка оценена $1.77. Весит 38 граммов. Так, открываем ее. Итак, открываем ее и смотрим, что у нас внутри. Вот этот пакет пустой. А в этом пакете... А, это я знаю, что это перчатки. Это перчатки для того, что когда они сушат, ногти наращивают и сушат их в лампе, чтобы кожа не повреждалась. Перчатки довольно-таки большие, налазят даже на меня. Да, вот так вот раз. И сушат только ногти. То есть кожа не повреждается от ультрафиолетовых лучей в ультрафиолетовой лампе. Вот такие вот перчаточки. Ткань, не знаю, что за ткань, но плотненькая такая. В руке в ней жарко. Вот такая пара перчаток. Длинные, большие. То есть на мою руку налезли. Так что я думаю, на руке жены будет болтаться. Дальше у нас... Вот такая посылочка оценена $5.71. Сколько шла, тоже не знаю, 150 граммов. Тут чуть-чуть краешек надорванный. Не знаю, что вытащили, не вытащили. Давайте посмотрим, что там внутри. Этот вандал прям так. Вот такая вот полировка, шлифовка. Ну, я уже стал разбираться, что у них, что есть. Посылка... Все, больше ничего там нету. Скорее всего какие-то салфеточки, шлифовочка. Здесь баркод магазина, интернет-адрес магазина. Есть даже на другой стороне пошаговое, как я понял, пошаговое наращивание ногтей, как оно делается, инструкция. Вот прямо все, такая вот инструкция есть. А это Color Nail гель. А это какие-то лаки. Давайте откроем, посмотрим, что это за лаки. О! Вот такие вот лаки. Не знаю, что за цвета. Они подписаны тут по номерам. Сейчас. Ага. Это вот такой вот фиолетовый. Фиолетовый, какой-то серо-коричневый. Коричневый.
черный. Фиолетовый, серо-коричневый, коричневый и черный. Вот, если что-то я неправильно в цветах сказал, можете поправить. Вот 4 таких лака пришли к нам. 4 лака, значит, салфеточки, 5 штучек. И такая вот шлифовочка и с таким вот рекламным баннером. Так, это посылочка. Все, давайте посмотрим на эту посылочку, что у нас здесь. Оценено в $1, весит 60 граммов. Давайте распакуем и узнаем, что там. Все пусто. Пусто. О! Это пёса. Пёса. Интересная, смешная пёса. Это пенал, я так думаю. Да, это пенал. Это пенал, кого-то пенал. Такой вот китайский пенальчик ребенку в школу. По-моему, будет смотреться замечательно. Правда, вот здесь уже черненькая точка. Это, скорее всего, грязь. Но ничего, постирается. Такой вот замечательный пенал. Вот, значит, были сегодня у нас вот такие вот распаковочки. Такие товары пришли. Что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, оставляйте свои отзывы. Ждем, скоро придут еще посылки, будут конкурсы, будем участвовать.